Всем доброе утро. Нахожусь на реке Дон в районе станицы Старозолотовской. Сегодня попытаемся леща поймать, если получится, сазанчика. Ловить я буду на прикормку с добавлением креветки. Помолотая креветка, точнее остатки креветки, которую ел, и всяка чешуя, вот эти хвостики, лапки перемолол, и теперь добавлю в прикормку. Вот я две части сейчас сделаю. В одну прикормку просто добавлю креветку, а другая у меня каша, и тоже туда прикормку добавлю, и посмотрим, что лучше будет клевать. Чувствуется там бровка какая-то. Тащишь, тащишь, потом бах, метр за 20 до берега втыкается. Рыба в воде. Попробуем с очком поймать. Ах ты, елки-палки. Ну я винтом зацепила, судя по всему. Плывет поверху. Не дотянулся я до нее. Лещ его винтом маленько побило. Он, видать, потонуть не может на поверхности. Очередной подлещик еле успел добежать. Он сидит хорошо. Один в рот крючок, а вторым забагрился. Не ушел бы никуда. Так, произошла поклевка. Сейчас посмотрим, что тут у нас дергало. Вроде бы хорошо, но не факт. Пока добежал, может, и не засеклась даже. Ага, ушла. Ушла. Снова на ту же удочку поклевка. Дернула хорошо. Колокольчик снимем. И будем смотреть. Перестала дергать. И вот так пару раз дернет, все. И больше не дергает. Не
не успел подсечь. Без рыбы. Ладно, вытащим, посмотрим. Поклевка холостая была. Перебросил. Опарыша стянуло. Но что-то мелкое подошло. Даже не заглатывает крючок, а чисто за кончик опарыша дергает, и все. Очередная поклевочка. Сейчас посмотрим. Он что-то дергает. Это я закинул недалеко, которая удочка. Ну. Дернуло пару раз, и все. Нет, что-то... пустую не попалась, не чувствуется вообще ничего. А нет, что-то сидит. А что это у нас сидит? А, маленький подлещик. Ну как маленький, больше ладони. Попался. И опять на комбинированную насадку взял. Опарыш с бойлом. Ой, сижу, попиваю кофеек, бутерброды кушаю. А рыба не клюет. Точнее, клюет, но очень-очень вяло. Нахожусь уже часа 3, наверное, на Дону. Первые 1,5 часа хоть какие-то поклевки были. А следующие 1,5 часа практически не шевелится ничего. И наживка целая. Возможно, рыба ночью шла. Как рассвело, перестало. Я уже эту удочку закинул, ну, метров, наверное, на 70 запульнул. Думаю, уж на самом фарватере будет. Ну, тишина. И там макушатник молчит, пробки молчат. Ни на что не хочет брать. Поклевка. Что-то такая несерьезная совсем. Чуть-чуть дернула. Подбежал и перестала. Сейчас проверим, может что-то и попалось. Подлещик. За 1,5 часа это много уже. О, подсекатель сработал. Сработал подсекатель. Сейчас посмотрим, что там. Есть там, нету рыба. Баржа недалеко идет, фарватер близко. Эхолот я тут бросал, ну, буквально 20 метров. И уже глубина 4 метра. Так, ну кажись, что-то тянется. Ага. Тянется, тянется. Что у нас там? А это у нас лещ. Вот такой вот лещик попался. Замечательный. Не совсем и крупный, но все-таки ж хоть что-то.
И взялся он на бойл с червяком. Время уже 10 часов утра. Часик еще посижу и буду сматываться. Потому что сегодня не рыбный день. Рыба не клюет. Рыба клевала только на рассвете, на самом. С 6 до пол 8 где-то поклевки. А потом очень и очень редкие, и то холостые чаще всего. Рыбаков тоже никаких нету. Вот сижу с утра. Ни одной рыбацкой лодки не проплыло. Хотя станица там и выше по течению еще станица. Но никто ничего по реке не ходит. Рыба берется исключительно только на комбинированные насадки. Это или червяк с бойлом, или с опарышем. А чисто на опарыш или червяк ни одной поклевки не было. И прикормка работает с креветкой, с фаршем креветки. Еще на всякий случай. Что-то мне кажется, что там что-то есть. Пока непонятно. Сопротивления нету никакого. Скорее всего, ветер. Трава. Вот так, метров на 40, наверное, забрасываю. В том районе ямка, метров 5. Так, вот что-то на пробку попалось. Это подлещик. Подлещик сидел. И довольно-таки неплохой подлещик. Такого мы берем. Наживил все удочки. Сейчас полчасика посижу еще и начну собираться. Время 11:30. Поклевок практически нет. То, что поймал я грубо за 6 часов, я вам покажу. Но это очень слабый результат. Поклевочка. Ну, вот так всегда. Два раза дернет и остановится. Тут стул буквально 3 метра.
Я добежать не успеваю. Дернет два раза буквально брейк и все. Опарыш сдернула. И уплыла рыбка. Ладно, вытащу, посмотрю. Сниму колокольчик. Все-таки он вытащился. Не клевал. Дернул, видать, подсел и стоял на месте. Подлещичек такой. Вот, как всегда, домой начинаешь собираться, и рыба начинает клевать. Что-то пытается дергать. Завихрение какое-то идет. Ладно, сейчас вытащу, проверю. А вот что дергало. Две верхоплавки. Одна на пенопласт попалась, вторая на бойл попалась. Там бойл еле в пасть, наверное, залазил. Вот так и клевало. Собираюсь домой уже. Снасть на щуку простояла 6 часов. Живец бодренький, шевелится верхоплавка. Вот так ничего и не попалось. Даже не видно было, что тут хищник гоняет. Ходил, снимал снасть на щуку. Тут пришел, смотрю, у меня подсекатель сработанный. Ну, что-то не видно, что что-то дергалось. Ну, сейчас вытащим, посмотрим. Сработал он от подлещика вот такого. Все, уже ставить не буду удочку. Я потихонечку начинаю сматывать. Как говорится, домой собираюсь и начинается клев. Ну вот и подошла утренняя рыбалка. Хочу сказать, ну не густо совсем, но и не пусто. Сейчас покажу, что я поймал. В основном лещи и подлещики. Ну тут два леща. Остальные подлещики. Рыбец. Он такой замечательный. Ну и соответственно еще десяток кошкиной радости. От нуля ушел. Уже радует. Но надо искать. Все-таки ждем. Рыба скапливается. Сейчас холодает. Сазанчиков я, конечно, всех отпустил. Потому что, ну, они мелкие совсем. Куда такие по 200-300 грамм. Вот вырастут до килограмма. Тогда можно взять. А этих на засолку вполне нормальная рыбка. Тем более рыба вся жирная. Если посолить ее, просто замечательно будет. Сырки бегают тут. Тут я три, по крайней мере. Раз. Два. Подле холмика. Третий вон стоит. Ой, а сзади еще там четвертый. Вроде. Сколько ж тут этих сурков. Прикольные. Несется. Несется.
двухствольные сурки. Вот он, красавец. Буквально метров 8 до него. Стоит, смотрит. Вот все желтенькие пятна. Это норы. Камера не видит, но там дальше еще сурок. А вот этот наглый, он вообще близко. Рыжие, здоровые, толстые, переваливаются так смешно. И это в станице Старозолотовской, на въезде. Тут куча их, я сразу не стал снимать. Мимо ехал, смотрю, 1, 2, 3, 4. Еду я, значит, с рыбалки. Мало того, что сурков видел. Я заглубился в лес и нарвался на маслят. И маслят довольно-таки много. Сейчас сильно снимать не буду, потому что аккумулятор севший. 5 минут буквально был в лесу. И ведерко 5-литровое набрал. 5 минут, не больше.